Всем привет! Хочу показать вам кровать. Вот такая вот небольшая. Купила я ее за 33 тысячи всего. Такая вот спиночка красивая. Вот. Ну, и тут постельное белье купила. Такое симпатичненько. И купила я еще покрывало. Летнее такое вот. С такими узорами. 6500 стоит. Так. Светильники. Вот. Они стоят по 5000. Такая вот ножка красивая. Вот. Шторы. Вот с тюлями мне обошлось всего 33 500. Это вместе с крючками, шитьем. Вот все подшили мне. Вот. Какая вот красотища. Стулья купила по 5000. Хорошие стулья. Такого цвета. Довольная я. Купила я такое постельное белье. Такое красивенькое. Вот. Полотенчики купила. Потом вот сам диван. Вот такой. Стоит он 65 тысяч. Это вот на барахолке купила. Мне очень нравится то, что она тут раздвигается. Можно уложить 2 человека. И можно тут ставить стаканы. Или может быть даже компьютер. Тут у нас розетка как раз. Ну, эти вот стулья, которые я говорила, за 5 тысяч. То есть вот эти шторы и на спальный зал 33 500 вышло. С подшивом, с крючками совсем. Только принесла и повесила. Там же все делают. Шьют, подшивают. Тут же купил, тут же сделали, тут же и все, и принесла, и все. Только осталось одеть, и все. А здесь у нас получается телевизор Samsung. Тоже купила на базаре. Мне обошлась 61 тысяча тенге. Также покажу вам утюг. Утюг я уже, по-моему, не помню, сколько он стоит. Или то ли... Ой, уже не помню. Хороший утюг. Фирма называется Хайя. Халле, по-моему. Вот. Так. Чук-чук-чук. Фокс-фокс. Такой вот утюг. Тоже недорого, я не помню, блин. Ну, что-то вроде... все вспомнила. По-моему, где-то около 5000. Около 5000. Показать вам вот заварочный чайник. Металлика. Такой хорошенький. За 4000 купила. Сказали, что арабский. И тоже фирма Хайлер. Да. Тоже китайская. Она светится. Очень мне нравится. Прозрачно. Я вам покажу попозже. Так, ну вот микроволновку тоже купили. Эленберг, это получается по 14000. Ну, такая вот обычная микроволновка за 4000. За 14000 тенге на барахолке. Вот и все. Ну, гладильная доска у меня 3500 ушло. Пылесосы тоже Хайлер, по-моему, да. Он у меня обошелся за 9500. Но я его попозже покажу. Это я уберу. Еще мы купили фен. Вот такой фен. Сколько там вольт, я не помню. 3000 вольт. Но мне обошла, получается, 3500. Так. Хочу показать, вот такие тапочки купила я. По 1200 купила. Зеленые. Нет.
И еще такие. Это за сколько мы купили вот эти вот кожа тут? За 800. А, 1200 тоже, да? 1200 тоже тапочки. Эти тоже по 1200 мужские. Вот такие хорошенькие.